Сегодня, 6 декабря, передается фонду Саратовского музея-заповедника исторический предмет. Подшивка издания «Ремесленная газета» 1901 года выпуска. Коллекция Сарапульского музея-заповедника пополнилась выпуском периодического печатного издания 1901 года. Редкий экземпляр главе города Сарапула подарил глава Можгинского района, обнаружив на страницах штемпель реального Алексеевского училища. Я считаю, что любой дар музея в его хранилище должен проводиться с каким-то особым колоритом, с особой изюминкой, потому что это подчеркивает наше уважение к истории города и наше отношение вообще к работе в просвещении подрастающего поколения и гостей нашего города и музея. Теперь и я, и глава Можгинского района точно уверены, что данный документ, во-первых, вошел уверенно в историю города, его конкретного образовательного учреждения, ну и точно находится в надежных руках. Для передачи предметов в фонд музея даритель и одаряемый подписали договор дарения и акт передачи предмета с коллекционной описью. «Ремесленная газета» издавалась в Москве с 1885 по 1906 годы. На страницах газеты рассказывалось о всевозможных нужных бытоустройствах с рисунками и чертежами, развитии ремесел и модных веяниях, и даже была колонка, где редакция отвечала на вопросы читателей. По правилам, решение о приеме поступивших в музей предметов принимает экспертная фондово-закупочная комиссия. За постановку издания на государственный музейный учет основного фонда проголосовали единогласно. На сегодняшний день это первый экземпляр такой газеты, который появляется в нашем фонде. А вообще изданий с штемпелем Сарапульского реального училища в нашем фонде большое количество. Сегодня происходит прирастание новым источником, который откроет страницы нашей с вами Родины нам совершенно по-другому. Как только предметы подобного рода из частных коллекций становятся народным достоянием, их ценность только повышается. Теперь подшивка поступит на хранение в коллекцию «Редкая книга» и получит статус музейного экспоната.